Новую стиральную машину «Атлант» необходимо освободить от упаковочных материалов. Чтобы избежать повреждения корпуса машины во время эксплуатации, надо снять 4 блокировочных винта. Эти винты, предусмотренные для фиксации бака при транспортировке машины, откручивают гаечным ключом. Из машины вынимают резиновые и пластмассовые втулки. Отверстия в панели закрываются пластмассовыми заглушками, входящими в комплект поставки. Если втулки не удалось вынуть и они остались внутри машины, их достают оттуда, сняв заднюю панель машины с помощью крестообразной отвертки. После установки на место задней панели машину можно подключить к электрической сети. Прежде всего машину устанавливают на прочную, ровную, сухую поверхность. Мягкое покрытие пола не подходит, так как способствует вибрации и ухудшению вентиляции машины. Машину выставляют по уровню, строго горизонтально относительно пола. Выворачивают или вворачивают регулируемые опоры, предварительно ослабив контргайки на опорах гаечным ключом. Отрегулировав высоту опор, зажимают контргайки, чтобы при эксплуатации машины не возникли вибрации и повышенный шум. Машину подключают к электрической сети через двухполосную розетку с заземляющим контактом. Если розетка удалена от места установки машины, необходимо, чтобы квалифицированный специалист выполнил работы по монтажу розетки. Затем машина подключается через наливной шланг к сети холодного водоснабжения и через сливной шланг к канализации. Первое включение машины производится для стирки без загрузки белья. Такая первая стирка производится для очистки машины изнутри и удаления воды, оставшейся после заводских испытаний. Первую стирку выполняют, загрузив в лоток для моющих средств в отделение 2 половину нормы порошка для максимальной загрузки белья. Для первой стирки необходимо выбрать программу хлопок и температуру 90 градусов.